Поздравить и высказать слова благодарности. В Международный день врача депутат Наталья Каныгина встретилась с химкинскими медработниками, чтобы выразить им глубокую признательность за их самоотверженный труд. Сегодня хочется высказать им слова благодарности и низкий поклон всем врачам за их труд, за их самоотверженность, за то, что несмотря ни на что, они бросают все и идут спасать человеческую жизнь. Помимо приятных слов, медикам вручили подарок – картину, нарисованную воспитанниками детской школы искусств имени Верстовского с изображением врачей как символ безмерной благодарности за их нелегкую работу. Международный день врача, также известный как День солидарности врачей по всему миру, отмечают во многих странах ежегодно в первый понедельник октября. Андрей Липанов, Александр Сергеев, новости Химки ТВ.